Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арзе и мод под названием Oblivion Lost Remake 2.5. И вы не представляете, который раз я уже пытаюсь записать это прохождение. И все из-за того, что на янтаре у меня появились какие-то странные лаги. Ну, их можно назвать лагами, на самом деле это самые обычные вылеты. И плюс еще, конечно, FPS немного уменьшился, но это, в принципе, ерунда. По сравнению с тем, что при каждой моей смерти я пытаюсь загрузить последнее сохранение, и у меня вылетает. Или пытаюсь перейти обратно в бар, или вот на янтаре я пытался перейти. Тоже вылет. Правда, это происходит не всегда, а с некой периодичностью. Через один и через два. Ну, конечно, не всегда. Я говорю примерно все. Никакой особой такой уж периодичности нет, но не могу сказать, что каждый мой заход на янтарь — это вылет. Но каждый второй, каждый третий — это 100%. И если кто знает, как решить эту проблему, пишите в комментариях. Я обязательно все сделаю, все, что в моих силах. Потому что я уже пытался найти, полазил по форумам и ничего не нашел. Вот такая вот скорбная история. Ну, а пока мы, собственно, на интере, и наша задача — это профессор. Вот он, наш профессор, до него нам нужно добраться. Вот так мы перешли, вот мы здесь оказались. И тут у нас есть какой-то эколог. И что он хочет? А, это Зябликов. Привет, Зябликов, что случилось? Привет еще раз. Слушай, мессер, проводишь меня до лагеря? Путь я знаю. Хорошо, пойдем. И, кстати, он нам должен костюмчик, я думаю, нам его там отдаст. Еще раз сохраняемся. Так. В принципе, у нас со снаряжением все в порядке. Но лучше давайте побежим немного вперед, потому что я, конечно же, играл уже. И его тут может просто убить вообще самый плохенький зомби. Кстати, давайте возьмем пушечку. Другую. Зарядим ее и издалека убьем нашего друга зомби, а то он нам может навредить. Ой, как навредить. Ну же, умирай ты, а. Все, убираем патроны, ставим РПКшечку. Еще патронов. Давайте обыщем нашу. Так, это у нас, кстати, хотите сказать, типа озеро? Ну ладно. Ух ты. Неплохо. Артефакты всегда хорошо. Лишний артефакт нам никогда не помеха, не помешает. Сохраняемся. На всякий пожарный. Мало ли что может произойти. Но если я умру, кстати, то серия, можно сказать, закончится, потому что у меня вылетит. Это я вам говорю сразу. Так, где у нас кабанчики какие-нибудь? Может быть, они могут помешать. Там у нас еще кабаны. Сейф 52-й. Еще раз. Еще у нас тут излом есть. Так, это с первого раза мочится зомби. Просто уже не помню. Некоторые зомби мочатся не с первого раза, а некоторые. Где еще у нас? Патроны, чувак, смотри, учись у батьки. Да, вот таким вот образом, аккуратненько. Я даже не буду перезаряжаться. Так, с этим все ясно. Фух, слава богу, мы успели его замочиться, ну что называется. Давай дальше. Сразу сохраняемся попутно. Ты ж еще кабанчик. Ну ты пока походь, что называется. Хорош. РПК справляется со своей задачей. У нас где-то еще есть зомби? Нет? Ну ладно.
очередной сейф. А где, где? А, ну, с этим все ясно. Так, а этот у нас... Все бежит и бежит. Спросите, почему я не сохраняюсь автосейвом? Да потому что у меня вылет каждым последним сейвом. А если бы я еще так сохранялся, то бы вообще никакой игре нормально, спокойно, мечтать не приходилось бы. Это мы выбросим, а вот это еще себе патрончик. Да, у нас, конечно, янтарь. Такого янтаря я прежде нигде не видел, конечно же. Я думаю, многие не видели его. Ну, это зомби у нас. И вот мы подходим к этой научной лаборатории. Кстати говоря, она неплохо укреплена, вам не кажется? Все довольно неплохо так сделано. Так, некие подлагивания происходят, но это потому что, наверное, подгружаются люди. Но, честно, я не хочу, чтобы меня сейчас вылетело. Ой, как не хочу. Кстати, не сюда. А, ну вот такую лабораторию я узнаю. Так, это у нас еще один эколог, да? Ну и слава богу. И у нас это защита. Я тоже подумал, что это у нас. Надеюсь, они нас не убьют, а? А, то есть они защищают. Ну хорошо. Мне просто... Все замечательно. И давайте посмотрим, когда он установится у нас. Да, так, бежит квадратом, мне кажется, что это нереалистично. Ну да ладно. Так, ну все, мы, короче, пришли, получается. Привет. Ну, вроде мы на месте. Да, спасибо за помощь, Месси. Держи скафандр, ты его заслужил. Благодарю. Научный скафандр мы получили. Вот, кстати, наш помощник профессор. Он немного не в себе. У него была жена, но она погибла. У него был кулон, но его не нашли рядом с телом. Погибла она в какой-то лаборатории под темной долиной. Так он теперь спит и видит этот кулон. Ну ладно, спасибо тебе. Кстати, я даже знаю, что это за кулон. Думаю, даже. Кстати, костюм у нас немного попорченный. Но, в принципе, 4 кило весит, не так много. Что-то подобрали. У нас была, по-моему, армейская аптечка. Ну что, давайте поговорим с этим помощником. Доброго дня. Здравствуйте. А, чего тебе еще? Профессор сегодня не принимает. Можешь разворачиваться и валить отсюда. Спокойнее. У меня задание от бармена. Чего ты нервный такой? Чего? До того нет ее, понимаешь, совсем. Пропала она в лаборатории этой чертовой под темной долиной. Эх, хотя бы клон найти тот, который я подарил ей, серебряный. Посмотри, он или нет? Чё, ты нашел его? Где? Мне его передал кое-кто. Впрочем, неважно, забирай, я понимаю, эта вещь дорога тебе. Сталкер, даже не знать, что сказать тебе. Спасибо, я расскажу профессору, что ты... Чтобы впустил тебя в бункер. Ну все, вот такая вот история. Можно и патронов у него, кстати, купить. Костюмочку он, конечно же, не купит у нас. Одну, кстати, пустышку можно тоже сбагрить, но не сейчас. Вот фонарик, кстати, у нас не работает. Фонарик нам бы нужно где-нибудь купить. Ну ладно. Давайте пойдем к профессору. У нас нет ничего. Так, у тебя тоже нет ничего. Ну все. Сохраняемся. И можем чувствовать себя как дома, потому что мы, собственно, дома. Так, и ты у нас кто? Так, ты на базу к ученым? Ну давай, проходи. Только волны нанимаешь. Я смотрю, нанялся... Базу яйцеголовок охранять? Да, что работа не пыльная. Хм. И думал, что здесь может быть спокойно. То есть, типа мы его знаем. Так, ну аптечка нам никак не помешает, и бинтик тоже не помешает. У нас-то бинтов 6 штук. Но то аптечек много. Что не может не радовать. Кстати, костюмы не берет все точно так же. Кстати, потом стоит туда зайти и посмотреть, что у нас там. Надо идти дальше. Так, а это у нас проводит замеры.
Одиночка. Профессор Ванька Сусанин, лидер чистого неба. Все ясно. Кстати, мы когда...